Праздничный концерт проходит в это время на центральной площади Астаны. Несмотря на суровую столичную погоду, никто не спешит расходиться. Не боятся мороза и звезды отечественной эстрады. Гостей радуют солисты госфилармонии и группы Улытау, Ерке, Жалын, Ретро и другие артисты. В завершение организаторы обещают красочный фейерверк в честь главного праздника страны. Хочу всех казахстанцев поздравить с праздником Днем независимости. Желаю всем процветания, любви, успехов в ваших домах. Привет, Казахстан! Я с праздником Днем независимости!